делюсь рецептом простого, вовсе не изысканного, но очень вкусного горячего блюда для мультиварки. Гречка с фаршем в мультиварке получается обалденной, очень сытной и аппетитной. Попробуйте. Гречка с фаршем в мультиварке – рядовое блюдо, которое готовить очень просто. Данный рецепт, до безумия простой, можно смело включать фантазию и добавлять самые различные ингредиенты – морковь, помидоры, чеснок. В общем, экспериментировать не запрещено. Удачи! Список ингредиентов в конце видео. Лук очищаем, мелко нарезаем. В чашу мультиварки наливаем оливковое масло и кладем в него лук. Ставим режим жарко, 10 минут, и обжариваем лук в течение 10 минут, периодически помешивая. Затем к луку добавляем фарш и обжариваем в том же режиме еще 10 минут. Затем в мультиварку высыпаем 1,5 чашки гречки, заливаем 3 чашками водой, выбираем режим гречка, накрываем крышкой и на время забываем о нашем блюде. Через 40 минут вспоминаем, нам мультиварка сама напоминает о себе. Достаем готовое блюдо и раскладываем по тарелкам. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Фарш 300-400 грамм, лук 1 штука, оливковое масло 1 столовая ложка, соль, специи по вкусу, количество порций 3. Спасибо за просмотр. Напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пока-пока.